Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Алошка, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Minecraft на Росе 1.5.2 с нашим другом FlagGKM. Всем привет! И остановились мы о том, как мы сходили в данж, собственно, мы его сейчас можем увидеть по последней смерти, и также в прошлой части мы забыли сделать себе вейпоинт прямо-таки возле нашего дома, и как раз-таки этим прямо-таки сейчас мы и займемся. Итак, new waypoint, waypoint name, наверное, назовем по-русски дом, если здесь, конечно же, это можно сделать. А здесь это как раз-таки можно сделать, отлично. Все, я назвал, ты, кстати, сделал? Я сделал home. Отлично. И, в общем-то, также в прошлой части мы сделали вот такие вот сиды, то есть посадили их. Потом мы чуть-чуть улучшили наш домик, разместили здесь железные печки, хотя мы это сделали в первой части. Сделали себе чокобо седл. В общем, куча-куча всяких предметов. Но самое главное — это алмазы, потому что сегодня благодаря алмазам мы как раз-таки пойдем в супер-пупер измерение. В ностальгическое измерение. Да, Twilight Forest — просто офигительное измерение. И, в общем-то, давайте прямо-таки сейчас мы этим и займемся. Для начала нам понадобится сделать себе... куча цветочков, у меня есть две розы, и у меня есть один алмаз. Так. Я как раз хотел собирать для этого розы, и думал, зачем. Я, в принципе, видел поляну с розами, сейчас я соберу. Сейчас, вот я вижу цветочки, сейчас тоже к ним тогда пойду. Но, можно, в принципе, воспользоваться ножницами и нарубить немножечко таких простых цветочков, которые растут везде. То есть, не розы, не одуванчики, а просто цветочки, знаешь же. Ну сейчас не знаю, покажу. Я уже нашел 7 роз. Уже 7, офигеть. Ну, в общем, у меня папоротник есть. Все, я его сажаю где-нибудь здесь. Ну, также подожди. Я нашел новую руду, которая находится в граве. Да? Серьезно? Да. Окей. Я покажу, я запомнил, где она находится. Хорошо. Так, вот ладно. Еще тебе один cotton seed я принес. Ну ты посади, у тебя, если что, есть мотыга. Все, я сейчас создаю портал, если что, ты меня найдешь по карте. И я уже, если честно, забыл, как создается этот портал. Проблема, у нас вода. Же нету воды, да. Но у нас есть ведро. Зачем ты это разрушил? Что именно? Это надо было. Что? Окей, все, вот так вот. Хотя, подожди, может не хватить, нужно больше. Жади! Нет, он не тронет, окей. Так, ладно, еще садим. И отлично, теперь осталось только лишь найти ведро. У нас есть, по идее, теперь куча железа с прошлой серии, так что сейчас мы как раз... Три штучки, отлично. Подожди, серьезно, только 3 штучки? Но у нас там очень много ведер в данже, ты забыл что? Но у нас их нету, сейчас здесь. Но мы можем быстренько сходить туда. Нет, я уже, знаешь, что сделал? Я себе сделал уже ведро. Да. Все, я сейчас, получается, бегу за водой. Но вот плохо то, что нам сейчас придется бегать по целых 2 раза. Я придумал. Я сейчас waypoint размещу и тупо телепортируюсь. Так, смотри. Бегу. Так. Тут еще шахта, причем такая глубокая, серьезно. Офигеть. Вижу. Надо будет потом туда сходить. Так, все, пользуемся смарт-мувингом, вылазим отсюда, просто офигенно. Почему-то в классических приключениях, когда я установил мод смарт-мувинг, я им как-то не пользовался особо. Так, все. Размещаю здесь waypoint, размещу я его. Офигеть, посмотри. Чувак, я нечаянно телепортировался в данж, я дурак. Так, снова телепортируемся домой. Я тут вижу кролика. Да? Серьезно? Да. Здесь есть кролики? Да. Подожди, а где ты? Вон я вижу тебя. Не знаю. Я, наверное, пока что смотреть не буду. Сейчас я телепортируюсь. Пока что я должен сделать бесконечный источник воды. Ай-яй-яй! Пауки сейчас бить меня начнут. Да, все, они меня начали бить. Блин, фигово. Я бегу. С мотыгой убью их, обязательно. Офигеть! Я блочу их удары! Офигенские! Ну, это же щит. Да, это классно, слушай, классный щит. Только не рушь цветочки. Все. Они не восстановятся. Все, я вылил одну воду. А может быть сейчас уже все сработает? Ну-ка, давай попробуем. Ох, думажа! Господи! Ты портнулся, да? Да, я испугался. Я думал, что ничего не сработало, а тут бац. Все, у меня загрузка мира. Ты, если что, тоже можешь телепортироваться уже. У меня лагает пока что, у тебя прогрузка идет. Да, ну... Все зависло, имею в виду. Так что мне нужно подождать, пока ты отвисишь. Хорошо, все, у меня загрузка мира идет. Еее, я появился. Прям сейчас отправляемся тогда? Да, сейчас... Блин, слушай, ностальгия. Вот слушайте, народ, у кого пробило на ностальгию, напишите в комментариях, не знаю, что-то связанное с этим, и поставьте лайк под этим роликом. Господи, серьезно? Господи. Ностальгия. Черт. О, cotton seed, кстати, здесь есть, прикинь. Вижу. Подожди, а где ты? Я рядом с тобой. Ну, ты меня не видишь, да? Да, я тебя не вижу. Это странно. Подожди. Я тебя на карте вижу.
Посмотри сюда, это новое строение или такое было уже? А, я вот как раз-таки видел. Нет, это, по-моему, новое строение, потому что, когда я играл в Twilight Forest, по-моему, была версия Майнкрафта 1.3. Какая-то там. А сейчас-то уже 1.5.2. Многое успели изменить, так что это для меня тоже новое строение. А может быть, оно добавляется с помощью нового мода. Кстати, я тебя уже вижу. Кирка. Оу, щет, там зомби, это уже плохо. Давай спускайся. Офигеть. Слушай. Для нас уже дом есть, получается. Да, для нас дом есть в Twilight. Обернись, все, бежим. Вау, что? Это кто такой? Я вот не знаю, я думал, сейчас тебя бить будет. Это какой-то призрак. Стив. А, это призрак, который здесь когда-то жил. Он меня бьет. Да, это призрак. Офигеть, это призрак, который когда-то здесь жил. Я не успею здесь, по-моему, вейпоинт поставить, да? А, в принципе, как-то ты быстро пришел. Ну ладно. Так, и меня сейчас убьет. Я должен меч сделать. Нет, я... Черт, у них тут спавнер, походу. Почему не спавнится постоянно? Да, у них там спавнер. Оу, щет. И что мы должны теперь делать? Разрушить быстро спавнер? Так, в сумках нет. Нет, слушай, я не вижу спавнера никакого, серьезно. Я вижу спавнер. Я вижу только спавнер зомби, но спавнер призраков, он, по-моему, где-то в другой комнате. Не, там нет. Они как будто у кровати спавнятся. Может, кровать нужно разрушить? Давай. Ну, я сейчас попробую. Только надо собрать все вещи, а то, блин, это плохо то, что... Так, быстро кровать сломал. Отлично. У нас как раз уже две кровати есть. Все, я разрушил. Да, они умеют открывать двери, ты... Офигеть, библиотека еще какая-то есть. Чувак, спаси меня! Бегу. А! Забегай сюда. А, тут пауки! Чувак, забегай! Я дерусь уже, офигеть. Давай, что делаем, не знаю. Слушай, у меня идея, уходим отсюда. Спавнер ломаем, быстро. Кирки нету. У меня кирки есть. Все, походу нам придется забить на все эти вещи, которые мы когда-то добывали. Ни в коем случае. Чувак, мы их уже не добудем обратно. Это сложно, это реально очень сложно. Все, вот тут тортик есть. А, на меня снова гонятся все они. Ладно, в общем, тогда я умираю. И давай сейчас отправляемся обратно домой. Окей. Так. Черт. Так. Какие-то синие деревья. В Twilight Forest раньше таких не было. Ой, снова подлагнуло. Если подлагнуло, то значит где-то здесь заспавнился какой-то данж. Во, я вижу данж впереди. Я бегу. Там какой-то данж с спиралькой. Сейчас, беги за мной и встретимся там. Так, окей. Блин, ну реально, такая ностальгия. Конечно же, немножко подлагивает. А, это баран. Я барана нашел. А, окей. Помнишь барана, которому нужно скормить все шерсти? Да. И он тебе даст блоки. Да, он мне даст блоки, куча причем таких классных блоков, но... Кстати, подожди, вот смотри, у нас в моде добавляются еще такие стальные блоки и тому подобное, а будет ли он их давать? Стальные? Не знаю. Ну, наверное, он все-таки ванильные блоки будет давать, потому что как-никак это логичней. Так, сейчас я, в общем, возьму из раздатчика все шерсти, которые тут есть. И... Нет, я, наверное, пока что все эти шерстки не буду ему скармливать, потому что... Ай, фиг ему, ха-ха! Нет, я просто подумал, что у меня Майнкрафт крашнется, но... А, у тебя тоже подлагивает, да? Не, у меня просто появилась как бы спиралька, то, что сейчас Майнкрафт мне крашнулся, не отвечая. А, ой, это плохо. Ну, не знаю, ты в оконном режиме, да, играешь? Нет, фуллскрин. Странно тогда. Ну ладно. Все, я, в общем, иду сейчас домой. Почему нет? Я в конец свалился, окей. Блин, жалко то, что друг к другу телепортироваться нельзя. Так бы было круто. Ну, в принципе, можно телепортироваться, но для этого надо написать команду, а команды писать так долго и нудно. Слушай, я не могу найти наш дом. То есть, я не могу найти телепорт в дом. Что делать? Нужно как бы ориентироваться. Вот, где мы последний раз? Вот подойдем к тому данжу. А, в принципе, я уже, по-моему, вижу. Не-не-не, слушай, я, походу, тоже вижу, но... Здесь у нас почему-то уже темный лес, и я не вижу портал. Вот странно. А, кстати, а тут ты устанавливал мод под названием Pet Bat, который позволяет приручать летучую мышку? Нет. Жалко. Это очень-очень даже жалко, плохо и так далее. Жалко у пчелки. Ну, слушай, я реально не знаю, где наш портал. Ну, я сейчас попробую найти его. Вот, в принципе, рядом у нас был вот этот данж, и вот я уже вижу что-то, очертания такие. Да я тоже вот, я прям под данжем нахожусь. А, вот, все, я походу сейчас найду. Я знаю, где. Так, ладно, я иду. О, белочка, она мёртвая. Все, я иду. Блин, сколько тут всяких неофициальных персиков.
Ну где? Во, я нашел, отлично, так и знал. Подожди, а где же ты? Я тебя не вижу. На карту посмотри. Нет, я тебя даже на карте не вижу. Может, я к тебе телепортируюсь? Так будет, по-моему, логичнее. Давай. Так, ТП, ложка и Элибру. Все, отлично. Так, все, я тогда сразу здесь ставлю вейпоинт. А, ты, кстати, заметил то, что в других измерениях вейпоинты не показываются? Ну, это специально сделано. Там можно галочку поставить, чтобы видно было. А, подожди, можно? Ну-ка. Посмотри, вейпоинт, когда ставишь, там... А, да, реально, слушай, все, я поставил. Ну-ка. Ну, в принципе, зачем тебе видеть портал, ну, точнее, вейпоинт в обычном мире, вейпоинт Twilight Forest? Что? Ну, смотри, у тебя стоит сейчас вейпоинт Twilight Forest. Не-не-не-не-не, я это понял, просто тут это... Курятин. Пшеница, ну... Но я его почему-то не могу приручить, вот и я пытаюсь, но не получается. Так, слушай, я сейчас попытаюсь пойти в дом. Ой, где это я? Чёрт! Слушай, если телепортируешься к вейпоинту, который находится в другом мире, то ты появляешься где-то в попе. Окей. Так что никогда так больше не делай, как я. Ну, в принципе, там координаты он, наверное, распознает, как в обычном мире. Да, так и есть. Слушай, я снова нашел чернику, или что это? Нет, это малина или клубника. Сейчас я ее принесу к нам, но перед тем, как я ее все-таки принесу, я хочу еще немножечко исследовать. Хлопок у нас вырос, отлично, у нас есть один хлопок. О, хорошо. Так, слушай, вот, мы же еще хотели сегодня модом Tinker Construct заняться. Давай как раз таким и займемся. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Давай. Так, сделаем мотыгу, сейчас у меня есть Барли и еще один кот. Офигеть. Так. Слушай, ты из нашего дома ферму делаешь. Все, я сейчас, получается, что делаю? Я смотрю в книжечке... Книжечки. А, не, они, вот они. Да, точно, господи. Я уж думал, их потерял. Так, Tinker Construct. Бланк паттерн крафтится из двух дощечек и двух палок. Сделай сразу 5. 5 сразу сделал. Сразу 5? Вау. Окей, сейчас попробуем. Так. Создаем кучу палочек. Потом выкладываем все таким образом. И теперь у нас есть бланк паттерн. 5 штук. Все. Что дальше? Смотри дальнейшие крафты. Там дальнейшие крафты. Ага. Нам нужны доски, и нам нужны эти бланк-паттерны. На все классы или только на одну? В смысле? Только один stencil table сделать? Или... Да, один. А на все остальное тратить? А там есть tool station, дальше... А, да, вижу. Так, нам нужен сундук, скрафтни, пожалуйста, сундук, принеси его мне. Хотя подожди, у меня же есть доски, точно, не надо уже. Мне бревно нужно, вот в чем прикол. Бревно сейчас будет, так. Я уже понял. Так, я, наверное, тоже тогда топор себе скрафчу. А, черт, у нас нету ничего какой такого. Булыжник? Какой булыжник, да? Какой булыжник у нас? Я положил его. У нас его куча. Так, все. А, так ты его положил, господи, что-то я как-то в недоумении уже тут становлюсь. Все, я сделал себе топор. Сейчас бегу за бревнами. Я уже добыл. Ну, я тоже тогда нарублю немножечко. Все. Очуметь! Блин, это так весело выглядит с трикопитейтером. О, музычка в Майнкрафте, я ее должен погромче. О, да, так круче. Так, все? Ну, в принципе, да, только я хочу вот этот дорубить, чтобы... А то как-то некрасиво. О, теперь нормально. Отлично. Так, все, я теперь, получается, докрафчиваю все эти вещи. У нас, получается, парт-билдер. Ну, поставлю куда-нибудь сюда. Stencil table поставлю сюда, потом на сундук также эту штуку налепливаю. Получаю паттерн-чест, ага. И чё, там еще один стол есть, по-моему. В паттерн чест нужно класть паттерны, именно формочки. Хорошо. Смотри, сейчас сделай, например, один паттерн, я тебе как раз покажу. Подожди. Так, у меня есть tool station. Да, вот все. В принципе, уже три стола есть. У тебя остался еще один паттерн? Да. Посмотри, возьми этот паттерн и зайди в этот сундук. Ага, точнее, вот положить его, да? Да, и посмотри, ты можешь вот так менять формочки, видишь? А, круто, блин, офигенно! Так, ну давай сделаем себе кирку. Но мы сразу кирку не сможем сделать, это просто формочка. Как менять? Next pattern, previous pattern. Next pattern. Слева кнопочка. А, вот же, господи, я что-то сразу не заметил. Так, ну все, давай кирку. Все, у меня формочки кирки есть. И что дальше? Мы кирку пока не сможем сделать. Нам нужно сделать плавильню, и в этой плавильне мы потом уже сможем переплавлять ресурсы, то есть железо там,
жидкое железо делать. Потом это все заливать в формочки. Ну, пока что нам делать рано это. Нам нужно найти деревню, где уже будут готовые предметы. Окей. Ну, не знаю, давай тогда поищем, что ли. Кстати, здесь же с этим модом, ну, с каким-то из этих модов, деревни могут спавниться в любых биомах, да? По идее, да. Окей. Нет, вроде... Ну, подожди-ка. Как бы, теперь во многих. Что такое? Офигеть, посмотри на карту. А что там такое? Там какой-то биом новый? Круглое строение, видишь? А, реально, вижу какую-то башенку. Ну-ка, пойдем туда. Я хочу изучить все, что находится в этом огромном мире с модами. Так, ладно, все. Может, алмазы, кстати, встретим? Ну, может быть. А, блин, у меня кирки нет. У меня тоже, кстати, кирки. О, чуметь, сколько черники! А, в принципе, у нас вообще кирок нет. Мы же все потеряли в Twilight Forest. Да, в Twilight Forest мы все потеряли. Пипец. Так, я чернику соберу так немножечко. Ну, я уже собрал для себя, то есть у меня ее довольно-таки неплохое количество. Так что я поем. А ее, кстати, это, то есть именно семена, которые ты собрал и можешь кушать, их можно посадить? Нет, которые блюберри нельзя есть, а вот именно зелененькие такие блюберри баш, то можно. А, хорошо. Так, 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 и я... Что за хрень? А, что, адский камень? Серьезно? Я бегу, я бегу. Подожди, серьезно? Адский камень? Да ладно. В эту башенку нам ни в коем случае сейчас нельзя идти. Почему? Там воздух спавнится? Там, во-первых, два спавнера, но там сундук есть, и там, по идее, когда сломаешь спавнер, тебе дастся дополнительная жизнь, в общем, одно дополнительное сердечко. А. По идее. Окей. Блин, слушай, ладно, все, уходим отсюда. Уходим. Кстати, точняк, я... срочно кирку, любую, абсолютно. Все, сейчас. Так, быстренько создаю верстачок, палочки у меня уже есть, потом беру булыжник, создаю сразу две каменные кирки для себя и для тебя, вот, держи, бери. Да, окей. Все, отлично. Сейчас мы сделаем адскую печку. Да. А, из Незерека, что ли? Да. Она будет постоянно, я так понимаю, работать, да? Точно не знаю. То есть... Мы сейчас это проверим как раз. А, ты еще этот мод сам не изучал. Ну, да. давай, сейчас я тогда телепортируюсь домой. Хотя, подожди, я сначала здесь waypoint создам. New waypoint. Ей-ей-ей. Хотел сломать спавнер, но не получилось. Данж, готово. Отлично. Все, я телепортируюсь домой. Так, я тоже. Waypoints, home, teleport. Все. А, кстати, а у меня какая-то другая книжка Materials and You. Вот, это тебе вторая далась, когда ты сделал Blue Station. И теперь что? Ее можешь почитать. Это тебе мануал, как плавить. Хорошо. Идеи. Хорошо. Ага, да, вижу, тут куча всего. Не, ну пока что мы, наверное, не будем этим всем страдать. Блин, ничего, сколько у нас черники-то в скором времени будет. Она же сама по себе еще разрастается. Очуметь, слушай, круто. Так, ладно, что я хотел? Блин, я уже забыл, что я хотел. Пипец. Адскую печку. А, адскую печку, точно. А я, точно. Господи, я уже сам тут запинаться начал. Фюрн. Так, ну-ка. У тебя есть булыжник? Булыжника у нас нет, а нужно добыть тогда, значит. А зачем? Ну, чтобы сделать печку, а вокруг нее адский камень. Так можно просто взять печку, которая у нас уже есть. Точно. Все, я уже, если что, сделал. А, Назарек Фюрнейс, тур-дур-дуру. Хотя, что я сказал? Не так я сказал. В любом случае. А, нет, круто. Это не то. Вот так вот надо. Е-е-е. Так, да, смотри, она без топлива будет работать. Вот я как знал, слушай, вот как знал. Потому что это, в принципе, логично. Окей. В принципе, это круто. А скорость? Ну, знаешь, скорость, да, наверное, маленькая. То есть, как обычная печка, только без топлива. Нет, что тут не так? На, слушай, походу на лаве она работает. Может, то есть... ее поджечь надо? А, слушай, реально, может быть. Потому что, смотри, если сверху ее на нее нажимать, она не работает. Так что, наверное, все-таки поджечь нужно. А у нас, слушай, у нас деревянный дом. Что делать будем? Разрушим все к фигам. Да. Все дерево рушь. Так, тогда нам сейчас нужно найти себе железо и кремень. Кремень есть? Железо есть, а кремня нету. Кремень, в принципе, гравий у нас есть рядом. А, ну так давай. Так, где у меня лопата? Вот лопата, пошел добывать гравий. Ну я... А, вот, да, вот нашел я тоже. Я сейчас тогда тоже с тобой попытаюсь счастье, может, мне повезет. О, да, отлично, все. Я выкладываю себе в чё, крафт, кидай мне, прямо мне в инвентарь. Окей. Вот так. Все отлично. Есть зажигалка, и теперь наша печка будет работать, надеемся.
Изучаем моды прямо-таки, не знаю, прямо-таки в... Да, видишь, она работает. Да, серьезно? А, реально? Е-ху! Так, а теперь мы попробуем засунуть сюда дуб. Не, она работает. Чё, серьезно, такая медленная печка? Ну, в принципе, это как бы логично, бесконечная печка. В принципе, давай посмотрим, вдруг он в два раза больше ресурсов даст. А, слушай, подожди, он все быстрее и быстрее, походу он нагревается, нагревается. Она чуть быстрее. Что не заметил. Не, она реально чуть быстрее становится. Я вот, по крайней мере, замечаю это. Все быстрее, 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 быстрее. Давай побольше топлива положи тогда, чтобы она не останавливалась пока что. Окей, все. Окей. Ладно, наверное, на этом мы уже закончим серию, народ. Серия, не знаю, 15-минутная, хотя прошлая серия тоже сказала 15 минут, а получилось 20 минут. Но это, наверное, точно 15-минутная или даже меньше. Но это вторая часть за сегодня, думаю, это... Молодец. Я дурак. Я взял жог-зажигалку. Логично. Окей, да, заканчиваем мы на этом. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, поставить лайк, позвать друзей. А с вами были Ложка и Флэк Джекей. Всем удачи, всем пока.